Матчи первенства России по бадминтону собрали в Омске более 100 юных игроков 2005 года и младше. Поединки прошли с 1 по 5 ноября в Центре олимпийской подготовки «Авангард». В рамках всероссийских соревнований спортсмены оспаривали личное и командное первенство. К мячам и их географическим соседям в этом году присоединились спортсмены западных регионов нашей страны. Мы приехали, у нас команда большая, 9 человек, 5 мальчиков, 4 девочки. Соревнования отлично, нам здесь везет, мы с удовольствием приезжаем сюда. В числе подопечных Елены Дубовенко ее сын Даниил сражается за чемпионство в одиночном мужском разряде. Психологический настрой, техника, скорость перемещения, безоговорочная победа. Победителем в мужском одиночном разряде стал Дубовенко Даниил, город Москва. По идее, был самый сильный соперник, который мог быть на этом турнире. И я как бы настроился на эту игру, чтобы победить. Финал в женском одиночном разряде получился более напряженным. В этом противостоянии встретились Софья Артамонова из Ленинградской области и Галина Мезенцева из Уфы. И хотя вопрос о победителе был также снят в двух сетах, шансы игроков были примерно равные – 21-19, 21-17 – в пользу бадминтонистки из северной столицы. Я готова была. Мы очень долго настраивались, но ждали этого. И вот у меня все получилось. Я вижу, как играет соперник, вижу его движение. Как бы я слежу за игрой постоянно, что, кто и как двигается. Смотрю перед этим, как он сыграл с другим соперником. Разбираю. Софья в тандеме с москвичкой Марией Лизжовой выиграла также и в личном первенстве парников. Закрепил свой успех в этом разряде и Даниил Дубовенко. Помог ему в этом земляк Родион Сергеев. Бадминтон – это моя жизнь. Как бы, ну, мне нравится тут. Ну, это, мне нравится заниматься, много друзей. Много тренироваться, играть, ну, там, с друзьями. Я познакомилась со всеми, мне очень понравилось. Мне нравится на соревнованиях с друзьями встречаться. Еще это здоровье, сила. Я занимаюсь бадминтоном, потому что у меня это как бы семейная традиция. У меня дедушка занимается бадминтоном, мама занимается бадминтоном, папа тоже занимается бадминтоном. Я хочу продолжать это. В командном первенстве равных не было московской команде. На втором месте их коллеги из Московской области. Замкнули тройку призеров сборные Пермского края и Санкт-Петербурга.